канале Суфергекта, и сегодня я буду снимать видео о пустых баночках. Видео будет в двух частях, поскольку в этом месяце у меня их просто очень-очень много. Итак, что ж, давайте приступим, давайте начнем. И первое, с чего я хочу начать, это вот такое вот интимное мыло от марки Dove. Как вы знаете, оно мне не подошло, потому что вызвало раздражение. Как я вам уже говорила, я собиралась его использовать в качестве мыла для рук. Так я его использовала. И именно в этом качестве оно мне очень-очень понравилось, так как имеет наиприятнейший аромат. И здесь отличный дозатор, которым тоже было удобно пользоваться. Само мыло не сушило кожу рук. Теперь я вам хочу рассказать про средства для мытья посуды. Зеленый лимон, это у нас марка Frosch, да, немецкая марка. Написано, что эффективное средство для мытья посуды с удаляющими жир экстрактами из цедры лимона. Да, действительно, аромат очень-очень приятный, натуральный, пахнет и правда цедрой лимона. Но само средство в этот раз мне не очень понравилось, так как оно пенилось, конечно, хорошо, но пена очень быстро оседала, пропадала, и помыть посуду не удавалось в достаточной мере. Поэтому средство оказалось неэкономичным, и оно очень-очень жидкое. Тоже огромный минус. Дозатор здесь довольно удобный. Вот так вот вы крутите, и он поднимается. Можете выливать средства и мыть вашу посуду. Не могу посоветовать, исходя из того, что, как я уже сказала, очень-очень быстро пропадает пена. И следующее средство, которое я вам хочу показать, оно тоже относится к цитрусовым. Это у нас Fresh гель для душа, масло апельсиновых косточек. Да. Увлажняющий, марка Маграф, 100% натуральный. Он у меня такой немножко свинюшка, но ничего страшного, да. Что поделать, вода жесткая. Дизайн, знаете, дизайн довольно лаконичный, дизайн дешевый. И аромат внутри такой же дешевый у этого средства. Что, разумеется, не может радовать. Поэтому не могу вам рекомендовать. Пена такая жесткая довольно-таки. Очищала, конечно, нормально, как обычно, но неприятная была процедура принятия душа. Аромат химозный, химозного апельсина, очень-очень противный. О какой-то натуральности может идти речь, я не знаю. Не советую однозначно. Средство из магазина Fix Price Food Cream Mineral Force Шунгит. Это интенсивный бальзам против трещин на ступнях. Довольно симпатичная упаковка, которая вызывает доверие, да? Но, к сожалению, сам крем мне не понравился, точнее бальзам. Уж какой там бальзам. Очень-очень жидкий лосьон, который как водичка тает на коже и, конечно же, никак вам не поможет. Аромат средненький, скорее даже неприятный в чем-то. Цвет глинистый какой-то, темный, такой сероватый. Тоже не могу советовать. От компании Фраше у меня закончился крем для волос. Это инновация в направлении мытья головы. Не обычный шампунь, который пенится, а крем, который вообще не пенится. Это как бальзам, знаете, такой по консистенции действительно плотный, по эффекту тоже как бальзам, но бальзам хорошего качества. Во-первых, это средство по-настоящему хорошо очищает волосы. Да? Казалось бы, если такое средство не пенящееся, то вряд ли очистит нормально волосы, а скорее даже их утяжелит. Нет, то такого эффекта не имеется, наоборот, волосы прям очищенные, такие гладкие, в превосходном состоянии. А самое главное, что это средство их делает ультра-ультра мягкими. Это на ощупь реальный шелк, очень напоминает процедуру ламинирования, то есть эффект. Соответственно, эффект ламинирования. Очень мне понравилось, но не обошлось без минусов, разумеется. Во-первых, мне упаковка не понравилась, она совершенно неудобна. И можно наблюдать, что здесь осталось какое-то количество средства, и выдавить его, в принципе, конечно, можно, но я не стала даже морочиться. Второй минус, цена, она очень высока, и с учетом того, что здесь 200 мл, а средство не пенится, то на длинные волосы расход идет огромнейший, просто огромнейший, то, соответственно, да, тоже не экономично, но дорого. Далее, что мне еще не понравилось, к сожалению, данное средство, конечно, имеет, как я уже сказала, эффект отличного мытья волос, но на следующий день все-таки ваши волосы превратятся в сосулечки. Тут уж ничего не поделать, поскольку оно все-таки жирное.
Так что, исходя из этих минусов, конечно, приобретать вновь мне уже неохота. Также хочу отметить, что здесь просто великолепный аромат, который сохраняется на волосах. Ладно, хватит уже об этом средстве, решать вам, брать или нет. Итак, следующее средство — это Планета Органика, бальзам для всех типов волос на масле авокадо, объем и пышность. Бальзам очень-очень жидкий, поэтому как бальзам он меня не устроил. Хотя хочу отметить, что несмотря на его жидкость, все-таки в качестве терапевтической процедуры, то есть просто поддерживающей ваши волосы в хорошем состоянии, это средство вполне подойдет. Но если вы хотите реабилитировать свои волосы, то это средство вам никаким образом не подойдет. Далее, что хочу отметить, это, конечно, очень-очень приятный аромат. Пахнет ананасом и киви. Ну и авокадо тоже, в принципе, да, есть оттенки авокадо. Итак, от марки Dove «Объятия нежности» закончился у меня увлажняющий и питательный лосьон для тела. Масло шеи пряное в ванне для всех типов кожи. Ну а аромат такой специфический, не очень приятный, пахнет просто-напросто мылом. Да, меня это как-то не очень впечатлило. Что касается действия, мне не понравился этот питательный лосьон тем, что он вызывает липкость. То есть вы нанесли, вроде все нормально, но там минут через 5 вы ощущаете, что ваша кожа липкая. Это настолько было противно и мерзительно, что возвращаться к этому продукту у меня нет никакого желания. Закончился потрясающий гель для душа от Palmolive, серия Naturelle питание. Здесь у нас мед и увлажняющее молочко. Гель давал шелковистую, замечательную, ухаживающую пену, ароматную, которая, разумеется, пахла медом и молочком. Очень классный гель, рекомендую. Вот еще одна чунька чумазая. Это у нас Аркомен, пена для бритья. Мне она очень понравилась, потому что она имеет приятный аромат, такой восточный, древесный. И, конечно, она такая была нежная, шелковистая. И, ну, все супер, в общем, понравилось, берите вообще, не пожалеете. Копалась-копалась и вот наткнулась на упаковку от Шунгита. Вот так она выглядит, если кто не видел. Очень-очень быстро закончилась паста Parodontax, предназначена для тех, у кого кровоточат десна, и она помогает это предотвратить без фтора для ежедневного использования. Мне паста вообще понравилась. Вначале был омерзительный вкус, как я вам уже сказала, каких-то дрожжей, но буквально там на третье применение, ну не на третье, может чуть позже, паста для меня стала вполне себе приятной на вкус. И самое главное, да, помогло предотвратить кровоточивость десен. Это действительно так. Паста работает, и единственный минус — это объем. Очень уж он маленький, заканчивается она, конечно, быстро. Также закончилась паста от Colgate Max White, то есть это отбеливающая паста. Она содержит стрипсы отбеливающие внутри. Очень симпатичная, гелевая, и вот эти вот прямоугольные стрипсики. Выглядит классно, приятная на вкус, отлично очищает зубки и действительно имеет эффект отбеливания. В общем, всем-всем рекомендую. Ну и последнее, что я вам покажу в этой части, это вот такое вот средство Lumene. Да, тоник, который должен сужать поры, освежать, делать кожу матовой. Тоник имеет приятный аромат, но из его действия он только освежает, действительно, вот такой освежающий эффект на лице. Делает кожу матовой, ну нет, конечно, сужает поры тоже нет, то есть ничего не делает, кроме того, что просто освежает. Но я, в принципе, сколько тоников не использовала, в основном они все такой эффект имеют. Редкость, когда бывает, что действительно помогает в чем-то. А так вот, ну, мне нравится. Я бы советовала, да, взять приятный тоник, приятный аромат. Но если вы хотите эффектов в виде сужения пор и чтобы ваша кожа была матовой, нет, этого вы не получите, поэтому тогда не приобретайте. Ну что ж, на этом моя первая часть видео заканчивается. Теперь ждите вторую. Надеюсь, данный ролик вам понравился. Если это так, то обязательно ставьте лайки, а также подписывайтесь на мой канал. С вами была Гекта. Всем пока!